Одно из величайших сражений в истории нашего государства. Ученые его ставят в один ряд с такими выдающимися победами, как Ледовое побоище, Куликовская и Полтавские битвы. В поселке Песоченки городского округа Чехова отметили 450-летие Молодинской битвы. В честь одного из главных сражений в истории Руси провели иммерсивный фестиваль «Гуляй, город». 450 лет назад как раз крымский хан Девлет-Гирей решил Русь полностью покорить, тогда уже Московское царство, и явился с 120-тысячной армией. Причем не просто сам, но и при поддержке турецкого султана. Он пришел уже не просто грабить, как обычно это вот у татар бывало, но уже захватить, скажем так, города, захватить Москву и посадить уже своих наместников. В бою сошлись русские войска и армия крымского хана Девлета I Гирея, которая значительно превосходила русских в численности. Но, несмотря на это, в итоге понесла большие потери и была вынуждена бежать. Благодаря этой победе московскому государству удалось на 20 лет прекратить набеги на свои земли. Напряженные бои шли в течение 5 дней. Русским воинам удалось победить во многом благодаря использованию полевых укреплений «Гуляй-город». В реконструкции участвуют как кавалерия, так и пехота. Ну и, понятное дело, работают пиротехники, которые работают от души. Взрывы, грохот стоял совершенно страшный. За всем этим в этот раз наблюдало аж на 42 тысячи человек, потому что фестиваль юбилейный, 450 лет, достаточно круглая дата. Наконец, про эту самую битву у нас начали вспоминать по-настоящему и говорить на самом высоком уровне. Для Саровского клуба исторической реконструкции и ролевого моделирования «Армир» участие в фестивале было особым. Это крупнейшая реконструкция, в которой организации приходилось участвовать за всю историю объединения. К подготовке подошли ответственно, почистили оружие, приготовили форму стрельцов, а за боевым духом отправились на поле сражения. Ну, это совершенно потрясающе, потому что это самый крупный в России фестиваль, посвященный временам Ивана Грозного. То есть очень большое количество участников, экшен на поле совершенно потрясающий. То есть такой динамики, такого, скажем так, накала, в общем-то, даже не припоминаю.